Лёх. Ну вот скуп представь, да? Как ты думаешь, что, что там? Смотри. Свиная тушенка, банка. Хреней. Во, блин. Сохран, кстати, вообще шикарный. Свиньи. Тут ребята свиньи тусили. И не подавились, самое главное, наверное. Потому что свиньи не давятся. Фу, наконец-то. Сигналки-то глубокие. Котлованище. Жидкий был. Вот вырвал. Ужас. О, ребятушки. Охренеть, два сигнала. Два. Сейчас вот прям вижу. Два сигнала цветных в одной этой. Прикинь. Вот это вот ладно. Фиг с ним. Грузило номер 5. Раз. И смотрите, что лежит. Пробами. Пробы. Это по серебро, скорее всего. Что-то цвет на золото не похоже. Вот такой кулончик. Где-то цепь валяется, мне кажется. Вот так вот прям. Охренеть. У! Вот это я понимаю, шикардос. Интересно, вроде вытащил. Хрен знает, что здесь такое было. Что за сигнал? Хрен знает. Ну, такой сигнал, ребят, ни хрена не полезный. Вот он и был. Я второй раз прозвонил, тут вывалил фигню. Прозвоню, опять звенит. А тут вот что, ее не видно было. Фольга. Выудил монетосину. Вон она как блестит, смотрите. Я что, думал, империи что ли? Здесь копеек. Здесь что-то поглубже заходишь, вон такой ил черный. На глубине. Вот такая штука. Беремся. Фух. Опа. Ребята. Что-то похоже на золотишко. Пробы-то вот они. Пробы вот они. Цепочка, ну, порвана. Хо-хо. Похоже на золотишко, кстати. А, радует. Душу греют эти находки. А. Вот так вот. Еще грузило. Нет там второго-то. Там, может, по два уже теперь. И... Ракушка. Номер 3. Сейчас соберем. 4, 5, 3. Вот это я понимаю. Уловы у нас тут вообще жуть. Откуда-то он здесь валяется. Бубенец с этой. Тинь-тинь-тинь. Колокольчик. Охренеть, как будто тут люди не купались, не загорали, как будто только рыбу ловили. Сейчас наберем рыбного инвентаря для рыбалки. Сегодня что-то потяжелее.
сигналы все глубокие, роешь долго. Сигналов вообще здесь просто, ребят, капец. Если бы сейчас вот все сигналы снимал, да офигеть. У меня же руки устали. Проволока, пробки, какие-то, хрен поймешь, фольга. О, какая-то фольга, еще что-то. Погрузилась. О! Вот это я понимаю. Только поплакался на свою жизнь хреновую. И сегодняшний поиск не очень вроде. Ну так. А тут нате. Получите, распишитесь. Да, золото. Пробуем. Золотишко. А такая вот сережка. Замечательная. Так поплакался. Короче, здесь сигнал жуть. Тут работать и работать еще на этом пляже. Просто уже устаешь от того, что, блин, короче, хреново гору сигнал приходится выкапывать. Из-под воды доставать, точнее. На берегу попроще. Вот. Наконец-таки. Не знаю пока еще что. Да, перстачок. В виде змейки, Лев. Ну, судя по цвету, это должен быть серебряный. Сейчас позырим. Да, проба стоит в серебролях. Ну, не пробы. Давно лежит, прям черный аж. Ага. Вот так вот. Змея. И вот они. У нас пробы. Вот они две вот тут. О. Тык-тык, две пробы. Зачет. Ага, не тут-то было. О, как пробочка. Такой в коллекции нет у меня. Возьми обязательно. Ну так я ее беру, как хотел. Тут больше нет ничего. Чего берем? Сейчас у нас жизнь такая, блин. Любая находка в радость. Вон, пробка золотая. Вот скажи, где ты такой найдешь? Вот, а у меня эксклюзив. Сначала показалось, думал, что золотишко. Что это такое, непонятно. Какая-то фиговинка. Хрен узнает. Ну, от блесны, походу. Такая малышка. Вот я ее тут вылавливал. Капец ведь, знаете, пластиночка. Ну, выловил. Ребят, рука устала рыть сигналы. Жуть. Представляете, что здесь творится? Здесь пляж вообще очень-очень старый пляж был. Его, правда, замыло уже. Чё там ты орёшь-то? Чё-то разорался. Его замыло уже не такое, но все равно пляж очень-очень старый. И сейчас до сих пор народ тут тусит. Мусора тут жуть. Ну вот, что дальше попадается. Гильзач. Подошел к концу второй день поиска из ништяков. Как можете видеть, цепочка, кулончик, перстень и серьга. Ну и там грузила фара. Вот они грузила. Ну, мусорок. Чуть-чуть пробки всякие. Я уже сложил там в кучу под дерево. А это остатки. Вот как-то так вот сегодня. Всем спасибо и до новых встреч.